Головной педикулез – заболевание, возбудителем которого являются вши. Вши человеческие, паразиты пьют кровь, прокусывают кожу головы, обитают и размножаются в волосистой части головы, там же откладывают личинки гниды, прикрепляя их в герметичном защитном коконе к волосу. Заражение вшами обычно происходит при бытовом контакте. При непосредственном контакте с переносчиком вероятность заражения превышает 70%. По неофициальной статистике, 1,5% населения России постоянно подвержено педикулезу, а в периоды эпидемии этот показатель достигает 5%. После укуса человек чувствует зуд, чешет это место, нередко убивает ногтями вошь и втирает в ранку от укуса ее фекалии. Таким образом, вши могут стать возбудителями сыпного тифа. До последнего времени выведение вшей осуществлялось исключительно химическим воздействием. Существуют различные типы средств от вшей – спреи, шампуни, крема, лосьоны, масла, которые имеют разную степень токсичности. Но даже самые высокотоксичные препараты, истребляющие 100% взрослых вшей, редко достигают даже 50% эффективности против гнид. Благодаря герметичному защитному кокону личинка легко переносит химический удар, вылупляется и продолжает популяцию. Внешняя проблема исчезает, но обычно проявляется вновь через 5-10 дней. В случае многократных курсов лечения химическими препаратами у больных появляется перхоть, раздражение кожи, аллергия, волосы становятся редкими и безжизненными, но желаемый результат, как правило, так и остается недостигнутым. С таким подходом лечение может длиться многие месяцы и даже годы. Чтобы избавиться от вшей, следует истребить все формы существования паразитов. Для уничтожения взрослых особей подойдет любой низкотоксичный препарат, а для эффективного уничтожения гнид во всем мире используется гребень антиф. Это приспособление позволяет легко удалить с волос все гниды и исключить рецидив заболевания. Зубцы гребня расположены таким образом, что при прочесывании удаляют даже самые мелкие гниды. Запатентованная лазерная насечка зубцов легко разрушает оболочку личинки и делает ее нежизнеспособной. Использование гребня антиф для удаления гнид позволяет применять самые низкотоксичные препараты против взрослых вшей и наносить при этом минимальный вред здоровью пациента. На сайте antif.ru вы можете узнать адреса аптек, заказать гребень антиф со срочной доставкой по всей России, прочесть отзывы о применении или написать свой.